moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Выставка называется «Магия театра». На ней представлено 45 работ. Это сцены из опер, из балета, оперета. Это какие-то закулисные сцены, репетиции. То есть выставка вызвала интерес. Вот, и мы думаем, что хорошо бы эту традицию поддержать. Вот, ну, пока что это только авторские работы. Со временем, я думаю, что покопаемся в архивах и выставим работы других мастеров, потому что есть работы замечательные, старые еще, снятые на пленке и цифровые, и в частности моего предшественника Вячеслава Сологуба. Вот, очень много замечательных фотографий. Вот, и поддержать такую традицию, чтобы театр был украшен сценами. Я думаю, что это очень важно и полезно. Это привлекает людей к театру. 45 работ представлено на выставке. Вот, ну, надеюсь, что это только начало, поскольку организатор выставки, дирекция, администрация театра, работы останутся в театре, будут висеть, украшать театр не только в фойе, но и где-то в административной части, украсят коридоры наши, нашего театра. Хочу сказать, что я работаю здесь 4-й год. Вот, безумно интересная работа. Очень любимая. Каждый спектакль для меня это, ну, пусть будет банально, но праздник. Фотосъемка в театре – это очень такое сложное дело. Вот, и всегда хочется видеть, когда люди снимают из зала со вспышками, вот хочется видеть, что у них получается, потому что, ну, это, я говорю, это достаточно сложная съемка. Я снимаю, естественно, без вспышки, только на ручных настройках, зеркальным фотоаппаратом, вот, и это все равно достаточно сложно. Вот, особенно вот панорамные фотографии, вот 4 фотографии панорамные. Одним кадром снять, чтобы было достаточно качественно, очень сложно. Вот, и первое время, особенно когда был фотоаппарат похуже, вот, делалось несколько кадров. И вот фотография «Бал Маскарад», сцена из оперы, склеена с 6 фотографий, верхняя часть. Нижняя часть, вот, верхняя и нижняя часть, по 3 фотографии, вот такая склейка. Вот, то есть это, в общем, просто отснять в зале этого мало. И вот потом еще фотография требует достаточно много работы. Вот, и потому что сценический свет достаточно сложный. Вот это большой контраст. Освещение на актере, вот, декорация затемнена. Вот если бы снимать одним кадром эту сцену, то задний план, там, где стоят актеры на антресолях, он просто теряется, он очень темный, его не видно. Вот, поэтому пришлось снимать отдельно, чтобы при монтаже вот это вот было видно, что там стоят актеры, освещение. Вот, и остальные вот еще три кадра, паяцы, сцены из «Спящей красавицы» балет, вот, и зал. Оркестр. Это было снято, когда была вторая годовщина смерти Марии Бешу. Ставили концерт «Реквием». Ставили быстро, потому что оркестр был сборный. Приглашали не только наши оркестранты, а приглашали еще и других, из филармонии, по-моему, ну, неважно. Вот, в общем, сборный оркестр. И репетиция, и последняя генеральная репетиция в день перед концертом была дважды подряд. Вот. И в перерыве оркестранты вышли, оставили там минут на 20 перерыв, оставили инструменты. Потому что просто так оркестранты инструменты не бросают, понятно, да? Вот. А тут перерыв недолгий, инструменты остались. Вот. И зал опустел, вот, ну, и невозможно было не снять. Thank you.
moldovenii.md pentru că ne mândrim cu țara noastră.